тетка меня воспитывала, кто только не воспитывал, только не родители. А меня в интернат после школы первого класса. Вот. Слишком много вас было, чтобы вас дома всех держать. Ну да, нас много было. А комната 9-метровая. Так, печкой подходит. Мне даже положить некуда было. Вон мы жили в коммуналке, жили две семьи, да? И у нас это, ну, вот у детей, как вот, у моего брата, двоюродного, вот две семьи, был матрас такой на ножках, мы продавались. У меня атаманка клоповная, которая уже там клопы были. Нет, это атаманка, которая уже там от прадеда там вот это вот была вот такая, я спала. И одна кровать была. Вот. И они по очереди спали. Значит, одну ночь это муж, это тетка с мужем спала, мои родители на полу спали. Вторую ночь они. Мы единственные, я на своей атаманке. Я говорю, чесалась, клопы, это самое. Обратно там на матрасе. Вот жили вот так. У нас было так, две кровати, стол, печка. И я сразу складушку, если выходной. А если в будние дни, ну там не было. Тоже жили так, это. А то квартиру здесь дали. Вы жили недалеко от Чистой долины. Когда там наводили, мы уже приехали, проверяли. По одной пухлой. А у нас из дома, когда я здесь, падали, а из подвала, значит, вода выступает и малина скучает. А я сижу, скажу, говорю, надо вырастить малину, будут все ягоды. Она говорит, дай выдерну, да что ж она нам мешает, как я не знаю. Колонь, колонь, колонь! Дай нас квартиру. Нам 65-го, мы 73-го. Вот себе пароль. Да, это вот стояли. Тоже вот это, видно, так мы терпелись, даже первый смотровой дали и сразу согласились. А надо было, ну, три смотровых тоже было, да, так надо было хотя бы там согласиться, первый этаж, это. Знаете, у нас интересно такое?